В Японии выпустят криптовалютную платежную карту. Японская финансовая корпорация SBI Holdings и британская криптовалютная платежная система Virex анонсировали создание совместного предприятия SBI Virex Asia, в рамках которого будет разработана новая криптовалютная платежная карта для японских пользователей. Virex уже осуществляет обслуживание карт Visa, баланс которых пополняется биткоинами и другими криптовалютами. Специально для нового проекта Virex подготовит экспертизу технологии блокчейн, в то время как SBI Holdings окажет поддержку и масштабирование предприятия на азиатском рынке. Японские клиенты – наши самые активные сторонники, которые пользуются дебетовой картой Visa чаще других в мире. Они заслуживают того, чтобы появилась карта, номинированная в йене, и скоро мы им ее предложим, сказал глава Virex Павел Матвеев.